Саша, давай арбузик купим, вкусные, очень сладкие. Возьми сразу же. На светофор приехали. Гляну, что есть. Так, мы хотим прикупить арбузик. 30 р. Нам сказали, что здесь очень вкусные. Он что-то там проверяет, смотрит. Ну давай. Безалка есть? Угу. Снимайте или что? Ножичек, Снежаночка, мне. Так, мы купили арбузик. Сначала я вам показала. Сейчас будем его... Мы его помыли с фейри. Спасибо, Снежа. Пожалуйста. Будем его... Сказали, что у светофора, где эти не русские там такие... В газете очень вкусный арбуз. Не знаю, сейчас посмотрим. Ну, сказали, очень сладкий. Покажи. Так. Так. Ну, я бы не сказала, что он красный, да, мама? Мы сказали, очень... Без косточек? Но есть немножко. Сказали, что очень вкусный. Мама, берите. Так, Никитуша, бабушку. Ну-ка, мама первая. Давай. Садись. Видение. Садись. Вкусно. Мама, как? Сладкие. Сладкие. Вкусные. Мы арбузы в этом году кушаем первый раз еще. Вкуснятина. Девочки, кто с Алапаевска, у светофора стоит газелька. На меня направь. Стоит газелька. Не русский торгуют. 30 рублей за килограмм. Все? Иди кушать. Вкусный. Сколько рублей килограмм? 30 рублей килограмм. Вкуснятина. Но светофор тоже сказали, возят вкусные. Нету. А-а. Нету. Олег, иди кушать арбуз. Угу. Иди. Килограмм. Подписчикам поздоровайся. Глаз свой покажи. Кушай давай. Нет, 4. Весь арбуз. 4. Вкусно. Вкуснятинка. Килограмма 4-5. Я думаю, килограмм 206 рублей вышло. Да, 206 он сказал. Килограмм больше? Угу. 5, это... Килограмм 30 рублей. Килограмм 10. Ты какой 10-то килограмм? Ты кого? А где, правильно? Если 38 килограмм, что ли, 3 до 8, 24, 7 и 3, 21. 6 с чем-то килограмм, что-то не похоже. Ну, так-то тяжело, да. Ты, мама. Ну, может быть, 6 с чем-то килограмм. Дай салфетку, пожалуйста. А мужчина взял биньку. Ну, что-то там у него кило 100, что ли, небольшая. Вкуснятина. Мы еще виноград хотели взять в светофоре. 126, что ли. Ну, я говорю, давай лучше арбуз возьмем. Вкусненько, вкусненько, вкусненько. Внуку сегодня увезу кусочек. Пусть покушает. Сейчас в баню пойдем. Ты будешь сегодня мыться? Завтра бани не будет. Потом вечером. Ты сегодня, Никита, будешь мыться? Так если завтра не будет. Ну все, мои дорогие. Всем пока-пока.